Наверняка вам неоднократно приходилось слышать о Венецианском карнавале. Рубрика «Путешествия в рамках Сапог ТВ» расскажет подробнее об этом событии. В праздничную Венецию мы прибыли в заключительный день карнавала – Мартеди Грасса, что переводится как «жирный вторник». Впервые упомянутые 920 лет назад события чуть позже станет ежегодным празднеством. Ежегодно свыше полумиллиона туристов приезжают в Венецию, чтобы принять участие в карнавальных празднествах или просто полюбоваться этим эпохальным событием. Из года в год в дни карнавала Венеция насыщена курьезной программой, включающей в себя эпизоды, разбросанные по всему городу. В этот раз мы оказались в театре Сан-Галло, где нам удалось насладиться феерией, представляющей собой серию перевоплощений молодого актера, раскрывающих историю масок. Оно называется «La bestia dietro la maschera», что переводится как «зверь, скрывающийся за маской». А также мы увидели процесс создания масок из папье-маше. Самые первые маски были довольно простыми по дизайну и использовались как для создания дистанции, так и возможности общения разных слоев общества. Венецианские маски делаются из кожи или папье-маше. Позволить себе настоящую венецианскую маску и сегодня может не каждый, ведь их раскрашивают от руки с использованием сусального золота и украшают птичьими перьями или драгоценными камнями. Но в местных магазинах можно найти более гуманные альтернативы, сделанные по упрощенной технике. Грех не попробовать и характерные сладости карнавального периода. Ле фрителли, что переводится как блины, но скорее напоминает пончики в сахарной глазури. И галани представляют собой тонкое и ломкое печенье, знакомое нам как хворост. Амбре яблок в карамели носится в воздухе и манит своей сладостью. И, конечно же, на каждом шагу вы найдете печенье в форме различных цветных масок. Рекомендуем и вам посетить это помпезное празднество и, увидев все собственными глазами, вкусить блаженство исторического бала масок. С вами была Полина Феррари для Сапог ТВ. Смотрите также на Сапог ТВ. Milano Fashion Week – знаковое событие в мире моды. Дизайнер Луиза Бекари раскрывает секреты соблазнения а-ля бонтон. Милли Милья – вековая традиция автогонок. Новая мужская коллекция от Филипп Плейн. Thank you.